Пламенный привет моим подписчикам. Привет отдельным зрителям, кто еще не подписался. Интересная штука я получил сегодня от YouTube. Письмецо электронное. Оказывается, YouTube-то следит за моими успехами. И даже хочет мне помогать. Вот взгляните, пожалуйста. Отчет за месяц. Где все написано. Все посчитано. Смотрите-ка. Даже вон какие-то листочки красивые такие падают. За этот месяц у меня аж целых 4 часа. 767. Что-то непонятно. Секунд, что ли. Просмотров. 4 часа 767. Ну да, интересно они сам подсчет. У меня даже вот оказывается есть 12 подписчиков уже. Обалденно. Общее число просмотров 231. Всего сколько минут смотрели? 286. Как интересно. Восемь меток, что кому-то понравилось видео. Число комментариев 10. Число публикаций 11. Это что? Число публикаций. А, это сколько я видео выложил в течение месяца, наверное. Точно. Сколько раз вашим видео поделились? Целых 31 раз с моим видео делились. Я вообще крут, походу. Так, что они мне тут рекомендуют? Как вы знаете, мир переживает непростые времена. Всем пыры-пыры-пыры могут. Ага, нет, вот это не. Это все скучно. Как заботиться о своем здоровье? Это и так понятно всем. Ох, прямые трансляции. Вот здесь мне YouTube предлагает освоить прямые трансляции, чтобы повысить свои рейтинги. Круто. Хорошо, мы с этим потом ознакомимся. Обучающие ролики о творческой студии. Это мы тоже обязательно ознакомимся. Надо ее осваивать, эту студию. Надо вообще много чего освоить, так как я блогер-то только начинающий. Новые знания. Вот. Даже YouTube предлагает мне свои новые знания. Как лучше выводить свой канал на новый уровень. Да-да-да. Конечно, желательно, чтобы канал развивался живыми зрителями, а не всякими накрутками там, через всякие сайты какие-то сомнительные. Это было бы гораздо круче, чтобы были живые подписчики активные, чтобы они там какие-то комментарии оставляли, чтобы действительно людям-то нравилось. Так, ну что ж, будем учиться. Будем. Спасибо YouTube, что они за мной присматривают. Ну что ж, на этом я с вами попрощаюсь. Как обычно, жмякайте подписку, жмякайте лайки и жмякайте колокольчики. Спасибо YouTube еще раз за то, что они мне хотят помочь развить канал. Пока!